Чаёк. Чаёк. Кстати, чай я без сахара пью, не знаю, как вы. Чай я всегда пью без сахара. Максимум лимон могу добавить или немножко меда. Но сейчас я ей даже мед не добавил. Чисто два пакетика горького, крепкого чая, чтобы не заснуть и пройти этот чертов мир за этот стрим. Стрим идет 1:12. То есть мы за 4 часа пройдем его. Еще 3 часа стрим будет идти, скорее всего, потому что реально долго. Тут много уровней. Я даже не знаю, смогу ли я вообще осилить это или засну просто. Ну, сейчас увидим. Оставайтесь до конца, посмотрим. Засну, не засну. Тяжело. Что-то делать. Так. А что здесь делать-то? Просто обычный уровень. А что я не взял-то? Давайте заморозку еще. Перепанилка есть. Это нормально. Сойдет. Давайте только подсолнухи справее чуть ставить, чтобы реально, если сбрасывает птеродактиль на нас, кого-нибудь, зомби, чтобы он не ел подсолнухов, чтобы он ел все остальное. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, замораживаем его. Пусть стоит. Переманиваем. Оп. Все. Сейчас просто выкинет его хвостом, смотрите. Смотрите на него. Сейчас просто его... Пинг! Улетит просто. Пиу! О, нет, не улетит, просто он его сразу так хвостом жахнул. Ай-яй-яй, какой динозавр жесткий. Еще одного. Ай-яй-яй, уничтожитель зомби просто у нас какой-то за нас. Сколько зомби мы убили таким образом? Пи-п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 и
Так, что происходит у нас? Все ли под контролем? Проверка территории. Ого, сверху проблемка. Он еще его пнет сейчас, наверное. Так, взорвем. А что снизу делать? Давайте вот так. Не получилось. Не получилось убить. Сейчас еще попробуем. Они продолжают кидать, 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 кидать. Ой-ой-ой-ой-ой. Что же нам делать? Просто взорвем. Сверху заморозим. Ну и, по-моему, все тут. Только верхнего добить. Давайте начнем его добивать. И отбрасывать назад. Ах, у многих бессонница, вот и не спят. Ну да-да-да. Тем более, когда есть стрим. Как, зачем спать, да? Зачем спать, когда можно смотреть стрим? Чё-то долго в конце. Если у вас бессонница, скорее всего, вы ничего, ну, за день ничего не сделали, не устали. Потому что, как правило, если ты устаешь, ты хорошо спишь. Если ничего не делал целый день, то, конечно, и спать не хочешь. Так, второй кусок лимона пошел. Ой, какой кислый. Ой-ой-ой. Слезы на глазах выступают уже. Ой. Попробуйте сами лимон съесть. Я ж просто лимон ем. Чтоб не заснуть. Все ради вас.
Так, у нас тут грибочки будут. У меня этих грибов тоже нету, я темные века не проходил, поэтому... Это все для меня в новинку. Нет у меня этого. Что с этим делать мелким, а? У меня ничего нету. Ладно, отбросим сейчас, все нормально. Все под контролем. Теперь сверху надо его... А, сейчас заморозим, заморозим. Давай, 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 давай. Морозь, морозь, морозь. Надо грибы, чтобы выросли, потому что они мелкие и мало дают солнца. Чтобы они большими, здоровенными были. Я, наверное, сейчас за 150 взорву снизу, потому что я не смогу их убить. Или смогу. Ладно, давайте этого попробуем так. Этого попробуем вот так. Один гриб минус потеряли. Этот заморожен, все нормально. Сейчас мы его отбросим. Все, держимся. Сейчас только динозавры, наверное, появятся. Надо сразу переманивать. Вот, последняя, большая волна, вернее, не последняя, а большая. Ждем, когда динозавр, смотрите. Все, сразу на него, оп. И он на нашей стороне, все, никаких проблем. Все. Можно двойную скорость ставить, мне кажется, тут справятся. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Ой-ой-ой-ой-ой, внизу, 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 внизу. Давайте сразу убьем, чтобы он их не пинал. Вот так вот просто. Они не всех убили. Недостаточно у нас сил. А вот теперь нормально. Так, еще один дракош. Что ж ты там, дракош, ходишь-то? Так. Динозавры, вернее. Что-то дракошами их называю. Миленькие дракошки. Так, сейчас волна будет. Еще не все. Еще не все. Этот сожрал у нас. Ай-яй-яй. А, сейчас прикол был. Короче, заморозка не заморозила зомби, потому что его отбросил в этот момент грохомет доисторически назад. Получается, не сработала заморозка. Вот это прикол. Вот это прикол. Кстати, по-моему, как я прав или нет, но доисторический этот... доисторический зомбосс, Гаргантюа, вот этот... Гаргантюа какой зомбосс? Он самый слабый, типа, в игре. Потому что я только на него кинул бомбу, он сразу кидает мелкого. Может, эта бомба просто настолько крутая, я не знаю. Мне кажется, он просто сам по себе слабенький. Я гуляла допоздна, но не... я устала. Не знаю, как сильно, но я не засыпаю по ночам. Сейчас у меня 8:00. Странно, что-то вы как-то не спите до 8 часов, ребята, вы чё? Пора спать, короче. Я не знаю, что-нибудь... Перед сном, короче, не смотрите телевизор, ничего, чтобы мысли отбросить. И тогда заснёте. А тут что такое? Возьми мортиру. Ну, блин, я ее возьму, тут не хватает просто солнца, я ее не куплю. Мне нужен доисторический... Вот когда будет доисторический подсолнух у меня, я попробую взять. Сейчас просто я ее не куплю просто. Это дорого, 400, она очень дорогая. Давайте двойной подсолнух и давайте пойдем польем что-нибудь там. Может, что-то выросло? Да, можно садить, мы все использовали. Давайте посмотрим, что же будет у нас в будущем. А, здесь можно выкапывать. Вот эти вот мне не нравятся, я их выкапываю сразу. Мне не нужно золото дополнительное, потому что это просто золото. Растения не будет, нам просто дадут золото. Еще раз выкапываю. Дайте что-нибудь, кроме вот этого. Вот смотрите, ничего не дают. Сажу. О, хоть, ну хоть стенка, это уже что-то. Хотя стенка улучшена, не настолько крутая. Ну, можно использовать один раз. Используем. Так, возвращаемся назад. Значит, какой у нас уровень вообще по номеру сейчас? 15. Хорошо, 15 уровень. 15-й уровень. Эти обычную стенку для разнообразия. Что у нас еще? Переманивалка нужна. И что еще? Вот так. Погнали. Поехали. Я сказала, поехали. Да, я весь мир буду, ребят, поэтому мне нужны лимоны, чтобы не заснуть. Не заснуть. Мне нужно весь мир пройти. Так, ну чё, давайте здесь заморозим его. Не хочу там. Вот что-то захотелось, чтобы он немножко прошелся. Хотя это небезопасно. Например, выходит сейчас динозавр, он его пнет просто под жопу и все. Неправильно я сделал. Нельзя так заморозку опасно ставить.
Па-ба-па-па. Ну, они еще по центру все идут. Ну, хорошо, идите по центру. Дракоша. Знакомьтесь, Дракоша. Так, это надо замораживать и отбрасывать. Ой, там Дракоша! Дракоша пришел! Что же делать нам? Переманиваем. Переманка завершена. Успешно. Что сверху поставить? Хочу что-то поставить. Но что-то денег не очень. Что вообще происходит? Кто-нибудь мне объяснит вообще, что здесь происходит? Это Дракоша. Динозавр по имени Дракоша. Это имя с большой буквы. Это вот так вот получилось у него имя такое. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. И этого пум. Всех пум прям. Пум-пум-пум. Устроил всех. По центру прогуливаются Гаргантюа в своей красивой одежде. Дизайнерская у него одежда, если посмотрите. Ой, он сейчас же стенку съест. Чё я вообще? Не слежу за этим. Пусть эту стенку ест. Но пацаны же должны нормально убить. Это ничего он не сделает. Да, уж сколько стенки сожрал. Как я это не заметил. Но стенки просто еще и здоровья мало у этой. Поэтому это тоже надо смотреть. Что, добивайте уже их. Ну что, следующий лимон? Лимон, за каждый уровень один лимон я ем. Одну дольку. Блин, надо косточки убрать вначале. Минус одна косточка. Минус вторая косточка. Третья. Сколько тут косточек в этом лимоне, а? Может посадить еще лимон? Столько косточек осталось. Может еще есть? Ой, я вижу еще две. Ой, что это мы открыли такое? Бесконечный режим, что ли? Что это такое? Я даже боюсь открывать, мне надо лимон съесть. Сейчас... Еще одна косточка одна осталась. Я буду сейчас жевать лимон, ребята. Внимание на стрим, внимание на веб-камеру. Сейчас у меня слезы потекут. Ой. О, все, вроде косточек больше нет, могу есть. Ой. Фу, 3, 2, 1. Хорошо. Хорошо пошло.
У меня еще две дольки осталось лимона, так что еще два уровня и лимона больше не будет. Так, это что такое? Не понял. Специальный уровень какой-то? Мне нельзя растения выбирать. Ну ладно, давай смотреть. Доисторический. Хорошо, что еще дадут нам? Двойную скорость давайте. Так, стеночка. Еще одна стеночка. Пока не ставлю, не знаю, что будет дальше. Еще одна стенка. Что, я должен стенку одну ставить? Ну, давайте. Ставим стенку. Больше ничего не выпадает. Динозавры. Ставим под них. Они быстро эту стенку грызут, потому что у стенки реально мало здоровья у этой. Но она типа Гаргантюа может блокировать. Вы видели, да? Гаргантюа не может ничего сделать. Ну, с одного удара он типа эту стенку не убьет. Знаете, какое растение еще дают интересное? На выбор такое, да? Давайте здесь поставим. Что здесь вообще происходит? Снизу один у нас прорвался. Здесь газонокосилок нет, если что. Если вы не заметили, тут их вообще нет. Ну дайте что-нибудь. Ну ничего нормального просто не выпадает вообще. Не, горхомет бы выпал. Было бы замечательно. Но вишневая бомба тоже неплохо. То, что они отбрасывают, вот эти растения не очень идут с этим. Она отбросит, и получается нам минус урон получается. Вместо того, чтобы проатаковать, ничего не произойдет. О, Гаргантюа уже с нами. Давайте назад его немножко отойди, чувак. В очередь. Чуть попозже с тобой побазарим. У меня одна еда есть. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Блин, что-то их очень много. Как Гаргантюа мне убить? Валите от меня. Подальше. Еще, кстати, волна-то последней не было. Сейчас еще будет. Что, большой волны-то и не было? Это все? Это последнее? Ну, давайте отбрасывать тогда их. Пам-пам-пам. Все, победа. У-ху, 16 уровень пройден. А это значит, что еще одна долька лимона отправляется ко мне в рот. Сейчас я очищу только. Так, давайте посмотрим, что здесь выпало хотя бы. 7 из 10. Готово. Апгрейд есть. Но у нас минки нету. Апгрейд есть до второго уровня, но мина еще не выпала. Мина будет чуть позже. Во. А, еще одна косточка. Секундочку, ребята. Еще одна косточка. И сейчас... Сейчас будет магия. Б.
был лимон и нет лимона. Вот, смотрите внимательно за моими пальцами. Подождите, еще косточку нашел. Да ё-моё, сколько их тут? Не дадут съесть лимон никак, все, косточки эти. Можно, конечно, съесть и потом их убрать, но я так не люблю, я люблю заранее. Убрать и съесть. Все, ребята, вот фокус. Есть лимон, смотрите. Вот он, прямо у вас на глазах есть. Внимательно следите, вот он. Поворачиваю со всех сторон. Настоящий лимон, никаких трюков. Только уличная магия. Вот он, смотрите, внимательно. Вот, я даже на него посмотрю, поднесу сюда. Нету лимона. Нету лимона, все. Пропал. Нам предлагают новый мир, но я не хочу. Я хочу это пройти. До конца.